Доктор Марк был известным онкологом. Однажды он вылетел на важную конференцию в другой город. Через час после взлета произошла аварийная посадка. Доктор арендовал машину. После его выезда начался сильный шторм. Из-за ливня он свернул не туда и заблудился. Доктор наткнулся на небольшой дом. Дверь открыла женщина и сказала, что он может зайти и подождать, пока погода не улучшится. Она поставила ему чай и сказала, что пойдет молиться. Попивая чай, доктор наблюдал за женщиной, как она молилась рядом с детской кроваткой. Врач понимал, что женщине нужна помощь, и спросил ее: «Чего именно вы хотите от Бога? Неужели вы думаете, что Бог когда-нибудь услышит вас?» Женщина грустно улыбнулась и сказала: «В кроватке мой сын, который страдает от редкого типа рака, и есть только один врач. Его зовут Марк, который может излечить его, но у меня нет денег, чтобы позволить себе его». Потерявший дар речи, доктор Марк просто расплакался. Он прошептал: «Бог велик». Он вспомнил все, что с ним произошло. Неисправность в самолете, шторм, из-за которого он сбился с пути. И все это произошло потому, что Бог дал ему возможность помочь бедным людям, у которых нет ничего, кроме молитвы.